Друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас факт по программированию уже номер 37. Вопросы на сегодня у вас на экране. Ну, в общем-то, очередной раз напоминаю, подписаться, лайк, комментарий и все такое. И поехали! Итак, вопрос на сегодня номер 161. Вообще-то он первый, а так он 161. Посоветуйте фреймворк для Clean Architecture, есть ли какие? Ну, на самом деле фреймворков очень много. Если речь идет про шаблон, с которого начать, то тут идет речь о том, что за приложение вы будете делать. Либо это будет MVC-контроллер, либо это будет MVC-пейдж, ну, в смысле, который Razer, либо, может быть, вообще Blazor, или еще какой-то Clean Architecture можно построить на разных UI, в том числе даже и на JS. Но если говорить про Blazor, совершенно недавно я нашел интересный фреймворк, мне он очень-очень понравился, давайте я вам покажу его. И выглядит он примерно вот таким образом, называется Blazor Hero. Это на самом деле очень хорошая подготовленная, проделанная работа по части того, чтобы собрать все в кучу, описать, сделать описание. Очень хорошее на самом деле начало для того, чтобы понимать, что вы делаете и как. Все расписано по полочкам, есть уже заготовки, ну практически вот бери и пользуй, дописывай свой функционал и все. Более того, просто придерживайся тех правил, которые уже заложены в этот, собственно говоря, шаблон. Ну, вот если я ответил на ваш вопрос, то поехали дальше. А если нет, то прошу отписаться в комментариях. Может быть, вы имели другой какой-нибудь. Да. Отвечу, но попозже. И, собственно, тогда переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 162. Что такое технический долг? Ну, друзья, я на самом деле в определенный момент времени поработал в разных компаниях, где, собственно, можно сказать, что 50-60, даже 70% определения, что такое технический долг, совпадало. Но в разных компаниях он применяется по-разному. Давайте говорить об общих чертах. Ну, например, технический долг – это то, что… Ну, давайте простыми словами. Это то, что нужно все-таки сделать, но, может быть, попозже, но это не влияет на текущий функционал. Обычно технический долг – это то, что подразумевает проделать некий рефакторинг. А я напоминаю, рефакторинг – это изменение кода без изменения функционала. То есть, по большому счету, технический долг – это какие-то улучшения в программе или, может быть, подмена каких-нибудь, ну, может быть, нугит-пакетов, которые, может быть, старые, новые, или рефакторинг какого-нибудь кода, который устарел. Ну, в общем, технический долг – это то, что нужно сделать в приложении, но это не очень важно, потому что это не влияет на текущую работоспособность. Но если этот долг будет, то есть долг – это какие-то задачи, которые нужно проделать, вот так если эти задачи будут сделаны, то приложение от этого станет лучше. Но лучше это станет разработчиком, грубо говоря, да, а не тем, кто видит конечную заставку, то есть UI, то есть какое-нибудь клиентское окошко, да, если так вот можно выразиться. То есть технический долг – это то, что нужно сделать в приложении, но это не влияет, опять же, повторюсь, на функционал, и это можно отложить, хотя долги бывают разные. И еще скажу, что некоторые компании, в которых я работал, этот технический долг понимали немножко шире, то есть это включалось еще некоторые задачи, которые… Ну, и являлись блокерами, хотя я на самом деле так не считал. Ну, блокер – это то, что блокирует дальнейшую разработку или работу системы, или даже работу приложения. Ну, то есть, вот такой вот. Ну, в разных компаниях по-разному, в зависимости от того, где вы, что вы и как вы. Итак, номер 163. А тот какой был? 162. Сорян. Номер 163. Как хранить дату, с которой работают из разных часовых поясов? Ну, наверное, речь идет о базе данных, в которой есть какие-то сущности, у которых есть дата, и на основании которых делается, например, выборка для клиентов, которые могут работать в разных часовых поясах. Я этот вопрос принял так, давайте я так на него буду отвечать. Для того, чтобы объяснить, давайте нарисуем часовые зоны, и, собственно, нам вот их немножечко хватит. Тут UTC, это Universal, так называемый Time, универсальное время, которое считается от Гринвича, от, в общем-то, Лондона. И надо сказать, что в Москве, например, плюс 3, в Новосибирске, например, плюс 7 уже. То есть, и, соответственно, если у вас какой-то есть сервер, который работает, ну, давайте, чтобы проще было, поставим этот сервер, например,
Ну, пусть он стоит как раз в Лондоне. Допустим, у вас есть хостинговая компания, куда вы положили свой сервер, и он лежит, как называется, в Лондоне. И есть какая-то пачка клиентов, которые ходят с разных часовых поясов, там плюс один, минус один, то есть за туда, за Лондон, или, допустим, на восток, куда там ближе к России. И надо понимать, что если у вас на сервере лежит данные, то они имеют какие-то даты, и к этим датам, например, вам нужно показать список последних там, или список за сегодня каких-нибудь там, я не знаю, документов, которые были созданы. Так вот, тот клиент, который находится в зоне UTC, будет видеть актуальные документы на текущий момент. Если клиент, который будет смещен, допустим, вот на один час, то в 11 часов вечера, ну, то есть в 23.00, он получается уже, ну, то есть со смещением на 1 час он уже не будет видеть документ, у него дата поменяется, и, возможно, он видит документов вообще. Поэтому, еще раз, для некоторых нюансов, да, чтобы до конца уже определиться. И на сервере всегда должна быть дата UTC, это однозначно. А так как у нас у каждого клиента есть своя тайм-зона, то суть сводится к тому, что расчет зоны должен происходить, соответственно, с учетом клиента. То есть клиент, даже если он, допустим, зарегистрирован на сервере, то у него есть какой-то профиль. И когда он получает, допустим, данные, чтобы там получить какой-то набор документов, то расчет времени, ну, например, время запроса, да, с которым он летит на сервер, должно рассчитываться на клиенте, сервер возвращает UTC, и клиент снова показывает время, то есть с расчетом. То есть с клиента на сервер должна улетать дата в формате UTC, а с сервера, приходящего на клиент, дата должна трансформироваться и подставляться на, ну, с учетом временной зоны. И, как вы понимаете, это должно быть для каждого из клиентов, и как бы это инвариантно. Других вариантов сделать этого, ну, нет. Надо сказать, что я несколько раз пытался, в том числе даже не по своей воле. То есть, теоретически, сформировать такой вопрос, ну, допустим, у вас сервер стоит, ну, допустим, сервер стоит вот здесь, и у него UTC плюс один, а чтобы вот этот клиент получал вот от этого сервера какие-то данные, правильно формируя запросы на сервер. Ну, это, в общем, это можно сделать, но это очень сложно и, в общем-то, нет смысла никакого. То есть, теоретически, даже если у вас сервер, который будет стоять, например, ну, например, даже если сервер у вас изначально будет стоять здесь, то данные лучше хранить в UTC, соответственно, данные будут записываться вот по этому времени, и даже вот этот клиент, и вот этот, и, соответственно, вот эти вот, будут рассчитывать его на основании UTC плюс свой часовой пояс. Вот так вот, наверное, я расскажу. Если все понятно, то хорошо ответил, если нет, пишите вопросы. Ну и вопрос номер 164. Как правильно и где нужно проверять данные на NUL? В контроллере или где? Ну, смотрите, друзья, на самом деле нужно понимать, что есть несколько уровней валидации, и если проверять на NUL, это процесс валидации, то есть проверки данных. И давайте начнем с самого начала. Ну, для начала. Есть UI, например, на JS или там, я не знаю, на Blazor в конце концов. Ну, хотя, нет, наверное, Blazor немножко другая история. Давайте остановимся на JavaScript. То есть клиентская валидация, это валидация формы ввода, например, когда пользователь вводит какие-то данные, и ему требуется ввести дату, а он вводит e-mail или наоборот. Вот эта клиентская валидация, она происходит на клиенте, данные на сервер даже не отправляются. Это первый уровень валидации, который просто проверяет ввод пользователя, то есть те данные, которые он нахреначил в форму. Второй уровень валидации – это когда вы форму отправляете, то есть ваши данные валидны, и вы отправляете форму, которая должна прилететь на сервер, ну, например, в контроллер или в пейдж. Там уже срабатывает немножко другая валидация, но, если говорить честно, там валидация уровня платформы, то есть уровня фреймворка. То есть у фреймворка есть так называемый model binder, который там проверяет форму, это на основании данных из, допустим, атрибутов, и это второй уровень валидации. Она тоже является на самом деле клиентской, но она немножко другого уровня. То есть перед тем, как ваш ViewModel попадет непосредственно в какой-нибудь сервис,
данные проходят через контроллер, а вот в сам метод контроллера они попадут только после того, как они будут валидированы. Вспомните, есть такой метод, называется model state, и вот из valid, из devalid, это как раз вот из той песни. То есть это уровень валидации сервера непосредственно, но еще такое предвалидация, то есть валидация ввода на уровне контроллеров и пейджа. Дальше, есть другой уровень валидации, который называется database constraint, когда вы не можете определенное число запихнуть, там, допустим, ну, не знаю, индекс, допустим, вы поставили, составной особенно, да, и у вас нет каких-то данных, то у вас будет, например, нарушение, и этот constraint сработает на уровне базы данных. Это тоже один из уровней валидации. Ну, и я бы еще выделил в отдельную часть такое понятие, как business logic validation. Это когда, ну, например, вы заказываете товаров 100 штук, а на складе их всего лишь 95. То есть, вот этот вот бизнес-логик, то есть, бизнес-логика проверяет, что у вас... То есть, и что вы 100 записали, это цифры, это валидно. И что ViewModel прилетел в контроллер и веб-пейдж, там написано 100, это тоже валидно. И 100 можно записать в базу данных, что соответствует типу, но просто на складе нету 100, и это как раз уровень бизнес-логики, который проверяется отдельно. Если говорить о том, как было и как сейчас, то вот так вот, скорее всего, было. Да? То есть, так или иначе, вот эти вот 4 уровня валидации... На самом деле они полностью покрывали процесс, и такой вопрос, где находится валидация, он был такой вертикальным столпом от начала до конца, она везде находится. Но в последнее время, собственно говоря, существует тенденция к тому, чтобы даже database constraint не использовать. Ну, в общем, с подходом code first, когда у вас вся бизнес-логика находится именно в коде, в C-Sharp, что даже классы вы создаете и таблицы в базе создаете на основании вот этого своих классов. Здесь уже немножко изменились принципы валидации. Надо сказать честно, она работает, и она работает неплохо, и она мне очень нравится, и именно поэтому я ее везде использую. То есть code first, вся бизнес-логика построена непосредственно в коде, и, соответственно, база данных используется, ну, как некое хранилище. То есть, по большому счету, ну, грубо говоря, да, там нет каких-то сложных логических вычислений, я имею в виду там store процедур или еще что-то, поэтому бизнес-логика находится, собственно говоря, в C-Sharp и в отдельном уровне. И складывается тенденция к тому, что даже, собственно говоря, ASP.NET Core, вот этот вот промежуточный слой валидации, от него тоже отказаться и использовать проверку непосредственно бизнес-логики на основании правил, заложенных в бизнес-логику. Пример такого использования, например, Fluent Assert. Assertion, по-моему, называется. Когда вы создаете, допустим, модель или view model, создаете абстрактный валидатор, и вот этот валидатор проверяет вам все для модели непосредственно на уровне бизнес-логики. И констрейны как таковые, ну, они, естественно, от них никуда не деться, но, тем не менее, на них полагаться уже как бы не особо, то есть все закладывается в бизнес-логику. То есть, грубо говоря, когда данные приходят в бизнес-логику, они там валидируются, там проверяются, там сохраняются. Когда они, собственно говоря, приходят из базы данных, ну, например, на низком уровне синхронизация баз данных, что на самом деле глупо в микросервисной системе, а потом эти данные прилетают в бизнес-логику, их тоже можно проверить, и они могут не соответствовать. Я к чему? Смотрите, если говорить про подход DDD, когда мы все делаем осознанно, там, ну, domain-driven design, так называемый, и делаем там rich model, еще что-то такое, то получается, что у вас бизнес-логик, то есть бизнес-логика на отдельном уровне, содержит в себе все, абсолютно все, чтобы быть используемой на другом UI или с другой базы данных. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, грубо говоря, если у вас есть вот здесь вот один UI какой-нибудь там мобильный клиент или другой какой-нибудь UI, какой-нибудь Blazor клиент или еще третий UI какой-нибудь MVC, то вот это вот все будет так или иначе закидывать свои данные в бизнес-логик, а вот здесь вот будет database, и, собственно говоря, database, ну, база данных у вас могут быть, ну, например, MS SQL или, например, какой-нибудь
там PostgreSQL, ну, то есть другая, вы можете в определенный момент удалить и запустить другой. Ну, я не знаю, допустим, платная какая-нибудь версия закончилась, лицензию покупать, ну, невозможно или не хотите, переходите на Postgres, переключаете просто провайдера, и у вас все, как было в одной бизнес-логике заложено, в базу данных просто складываются, как, собственно говоря, просто данные. Ну, грубо говоря, как полочка, ну, кто положили, взяли, и никто вас там на полочке не валидирует. Вот такая тенденция сейчас движется вперед, собственно говоря, я уже несколько раз ее встречал, и настоятельно вам рекомендую отделиться от платформы, то есть разрабатывать приложение так, чтобы можно было в любой момент поменять и UI, и database. Ну, опять же, честно сказать, я очень редко видел, когда меняется база данных, там все-таки есть некоторые нюансы и формирование, ну, хотя, наверное, нет. То есть это нужно просто один раз перекомпилировать приложение, и он подключится к другой базе. Единственное, что вам данные нужно будет перекидывать, если, допустим, какое-то несоответствие было в схеме и все такое. Вот так я как-то вот рассказал. Так, вот, ну тогда на сегодня все. Вам всего доброго, всего хорошего и пишите правильный код.